Hare Krishna. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Yes, Hare Krishna. Please accept our obeisances, Jai Srila Prabhupada. We may begin. Om Magyana Temarandasya Tyananjana Shalakaya Chatsuran Militandena Tasme Shri Gurave Namaha Vancha Kaupata Rubyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavane Vyo Vaishnavi Vyo Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 4, Text Number 12. Correct? Haribol. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 4, текст 12. Шри Сука Вача. Намо парасмай пурушая буясе тад удбавастана нирода лилая грихита шакти Trititaya Dehinam Antad Bhavaya Nupalaksha Vatmane Sri Shuka Ovacha Namo Parasmai Purushaya Bhuyase Sad Udbhavastana Niroda Lilaya Grihita Shakti Trititaya Dehinam Antar Bhavayanu Palaksha Vatmane. Okay. Перевод. Шукадева Госвами сказал: «Я в почтении склоняюсь перед Господом, Верховной Личностью Бога, который для сотворения материального мира принимает три гуны природы. Он – полное целое, пребывающее в теле каждого, и пути его неисповедимы». Комментарий Шрилы Прабхупады. Материальный мир представляет собой проявление трех гун природы – благости, страсти и невежества. И для сотворения, поддержания и уничтожения материального мира Верховный Господь принимает формы трех божеств, становясь Брамой, Вишну и Шанкарой Шивой. Как Вишну, он входит в каждое сотворенное материальное тело. В форме Гарбхадакшая Вишну он входит в каждую вселенную, а в форме Кширадакшая Вишну – в тело каждого живого существа. Господь Шри Кришна – источник всех Вишну-татв, и потому его называют здесь Парахпуманом, а в Бхагавад-гите 15.18 – Пурушоттамой. Он – полное целое, Пуруша-аватара – его полной экспансии. Бхакти-йога – это единственный метод, с помощью которого человек может познать Бога. Поскольку философам, эмпирикам и йогам-мистикам не дано постичь личность Бога, его называют Анупалакшья Вартмане, владыка непостижимого пути бхакти-йоги. Джай Шрила Прабхупада. Окей. Мукам кароти вачалам пангам лангкайте гирим яр крипатамахам банди шри гарам динатаринам шри чайтанья ишванам. So this verse, this is the first of Sukadeva Goswami's prayers in response to Maharaj Parikshit's request to describe the process of material creation. Haribol. Итак, в этом стихе Махараджа Парикшит, Шукадева Госвами молится в ответ на вопрос Махараджа Парикшита попросить его рассказать процесс творения материальной вселенной. So these prayers are very important, and Srila Prabhupada recited them. There's a recording of Srila Prabhupada chanting all the prayers in Sanskrit.
Эти молитвы очень важны и существуют. You mean, Srila Prabhupada recorded prayers on Sanskrit? He recited the Sanskrit verses. Он повторяет санскритские тексты. So Sukadeva Goswami is beginning his prayers by first of all offering his obeisances unto the Supreme Lord. Sukadeva Goswami начинает свои молитвы с предложения поклонов Верховной Личности Бога. And he describes how the Lord accepts for the purpose of creation, he accepts the three modes of nature. И далее он говорит, что Верховная Личность Бога для сотворения материальной вселенной принимает три гуны природы. And he does this in the, and he accepts the three forms of Brahma, Vishnu and Shiva for this purpose of material creation. И также для того, чтобы проявлять три качества материального мира, он становится Брамой, Вишну и Шивой. So we generally understand Lord Brahma to be the creator, although actually he does the secondary part of creation. Мы привыкли считать, что Господь Брахма творит Вселенную, хотя на самом деле он является, он играет вторичную роль в процессе творения. The first part of creation is done by the Supreme Personality of Godhead himself. Первичное творение осуществляет сам Верховный Господь. He has to create the elements. And he has to, in the form of Karana Dakshayi Vishnu, he has to have so many universes emanate from his body. Верховный Господь творит все материальные элементы, а также через форму Каранда Каша Вишну, все материальные вселенные выходят из пор на его теле. And then Brahma is like an engineer. He comes along and he takes the different elements and combines them and makes the different bodies of the 84 like species of life. А Господь Брахма, как совершенный инженер, в дальнейшем уже берет эти готовые материальные элементы, комбинирует их определенным образом и создает материальные тела всех 8 миллионов и 4 формы жизни. So because to create anything, to begin something, it requires a lot of passion. So Lord Brahma is a guna avatar for the mode of passion. Для того, чтобы творить нечто такое, требуется изрядная гуна страсти, поэтому Господь Брахма повелевает полностью гуной страсти. And Lord Shiva, his job is to perform the work of annihilation at the end of the universe. Господь Шива же ответственен за уничтожение всей Вселенной. So this is the mode of ignorance. So Lord Shiva is the guna avatar predominating the mode of ignorance. Для этой цели требуется гуна невежества, и поэтому Господь Шива является гуна аватара или главенствующим божеством, отвечающим за гуну невежества. And for the purpose of maintenance of the universe is the most difficult part, and that is done by Lord Vishnu. Поддержание же Вселенной является самой трудной задачей, и с этим может справиться только сам Господь Вишну. Lord Vishnu has three different forms as Purusha avatars.
Господь Вишну проявляет себя в трех различных формах Пуруша-аватар. First of all is Mahavishnu or Karana Dakshayi Vishnu. He lays in the causal ocean, and from his body so many universes come out. Первая форма – это Махавишну или Карана Дакашая Вишну. Он возлежит на причинном океане, и из пор на его теле выходит множество вселенных. And these universes are manifest for only one breath of Mahavishnu. And after one breath, Mahavishnu will withdraw them, bring them all back into his body. Все эти вселенные существуют в течение одного вдоха Махавишну, выдоха Махавишну. После того, как он делает вдох, все эти вселенные входят снова в его тело. Then Mahavishnu expands into each universe as Garbhodakshayi Vishnu. Затем Махавишну распространяется в каждую из вселенных как Гарбхадакшая Вишну. And from his body perspiration comes, which makes the Garbhodak ocean in the bottom of the universe. И из пор на его теле выходит пот, который наполняет вселенную океаном. So in this way, Lord Brahma takes birth from the navel of Garbhodakshayi Vishnu, from a lotus flower which grows out from the navel of Garbhodakshayi Vishnu. And this happens in each and every universe. Далее Господь Брама получает рождение из цветка лотоса, который вырастает из пупка на теле этого Гарбхадакшая Вишну. Так происходит с каждым появлением Вселенной. And then Shirodha, the Lord expands again as Shirodakshayi Vishnu, who is residing in Svetadvipa, which is the planet, a spiritual planet within the universe. И далее Господь распространяет себя как Ширадакшая Вишну, и сам он находится на планете, которая находится в пределах этой материальной вселенной. And this Ширадакшая Вишну expands into the heart of each and every living entity. Кширадакшая Вишну распространяет себя в сердце каждого из живых существ. So in this way, Lord Vishnu is doing, he's the Purusha avatar. So he's responsible for all the living entities. He's giving knowledge and he allows them to forget. He allows them, he can help them to remember. Как одна из Пуруша-аватар, этот Вишну распространяет себя в сердце живых существ, чтобы затем оттуда давать каждому живому существу память, знание и забвение. In the Bhagavad Gita, the super soul is described as Upadrasta and Anumanta. Upadrasta means the overseer, and Anumanta means the permitter of activities. В Бхагавадгите Свердуша описана, ее функция описана двумя словами – Упадрашта и Ануманта. Упадрашта означает «наблюдающая», и Ануманта означает «дозволяющая». So, this is the you can see Lord Vishnu is very busy in the work of maintenance, and Lord Shiva also takes part. Although Lord Shiva is in charge of the mode of ignorance, he also helps in the creation. Итак, мы видим, что Господь Вишну очень занят процессом поддержания Вселенной, также помогает Господь Шива, который помогает совершать процесс разрушения. At the time of creation,
Lord Shiva carries the glands of the living entities to impregnate them into the material nature. Перед началом творения Господь Махавишну бросает взгляд и через этот взгляд оплодотворяет материальную природу. And Lord Shiva also helps in the maintenance, that sometimes he will be asked to kill a demon. Sometimes some demon will be troubling the universe, and Lord Shiva will be requested to kill the demon. Господь Шива также помогает в процессе творения, когда некоторые из демонов создают беспокойство во Вселенной, то он помогает убивать таких демонов. And so in this way, Brahma, Vishnu and Shiva, they're all different expansions of the Supreme Personality of Godhead, and they're expanded to help and to help in the work of the creation, maintenance of material world. Итак, Брахма, Вишну и Шива — это экспансии Верховной Личности Бога, и Господь проявляет их для того, чтобы совершать процесс творения и поддержания материальной Вселенной. So, Sukadeva Goswami describes here that the Supreme Lord, Personality of Godhead, that he is the complete whole residing within the body of everyone. So, as the super soul, he's residing in the body of everyone. Итак, Шукадева Госвами описывает, что Верховная Личность Бога – это полное целое, пребывающее в сердце каждого. And then he describes him, that his ways are inconceivable. In other words, it's very difficult for ordinary people to understand him. И далее Шукадева Госвами добавляет, что пути его неисповедимы. Это значит, что очень трудно для живых существ понять замыслы Верховного Господа. Right. In the verse, Anupalaksha Vartmane means the one who has inconceivable ways. В стихе употребляется слово «анупалакшья вартмане», которое переводится «тот, кто действует непостижимым образом». So it's not possible to know the Lord by our material senses. Так что the Lord невозможно... is beyond our power of our mind and senses. Так что невозможно познать Господа материальными чувствами, поскольку Он выше ума и этих материальных чувств. But He can reveal Himself when He is pleased with our loving service. Но Он может открыть себя сам, будучи удовлетворенным преданным служением. If He wants, He can reveal Himself to His devotee. Если Господь сам захочет, Он может открыть себя своему преданному. So there's a verse in the Padma Purana, which says, Atashri Krishna Namabhat, Atashri Krishna Namabhat, Namabhat, Atashri Krishna Namabhat, Namadi. Namadi, Atashri Krishna Bhavavad. I'm forgetting the verse. You remember? As I proper remember, Atashri Krishna Namadi Nabhaved Graham Indriyai. Nabhaved Graham Indriyani. Sevan Mukehi Jivado Swayam Eva Spurati Yada. The Lord is saying that He cannot be understood simply by our limited mind and senses. В шастрах говорится, невозможно познать Господа своими грубыми материальными чувствами.
But he reveals himself when he is pleased by the loving service of his devotees. Но Господь сам открывает себя преданному, будучи удовлетворенным его преданным служением. So we cannot understand the Lord by our own efforts, but we can know him by the mercy of the Lord and his devotees. Своими же собственными усилиями нам не познать Верховного Господа. Это возможно только по милости Господа и его преданных. There are two processes to acquire knowledge. One is the ascending process, and the other is the descending process. Существует два процесса обретения знания: восходящий процесс и нисходящий процесс. So the impersonalists, the gyanis, they will take the ascending process. By their own efforts, they will try to understand the Supreme. Такие трансценденталисты, как гьяни, они пользуются процессом обретения знания, который является восходящим процессом. So ascending process requires great effort. We will have to analyze each and every one, and they will say, not this, not this, not this. Восходящий процесс обретения знаний требует громадных усилий для того, чтобы перебирать различные понятия или объекты, отвергая ненужное. Не это, не это, не это, не это. In the search to understand the supreme absolute truth, we will have to labor very very hard. In fact, by the ascending process, you'll never come to the actual conclusion. И поэтому в процессе поиска таким образом абсолютно истины требуется проделать громадную работу, и при этом не обязательно, что мы придем к пониманию абсолютной истины. The best they can, one can hope for is to come to the platform of the impersonal Brahman. И максимум, куда мы можем прийти таким способом, это на уровень постижения безличного Брахмана. But it's not, it won't be possible to go any further. Но дальше пойти уже не получится. And going to the impersonal Brahman is only theoretical liberation. It's not factual liberation. И познание безличного Брахмана – это не полное освобождение, это теоретическое освобождение. Because they come to the platform of liberation, they will fall back again. Поскольку поднявшись на такой уровень освобождения, такие трансценденталисты падают обратно. So, the ascending process is very, very difficult. But the descending process is very easy. Итак, восходящий процесс обретения знаний очень трудный. Нисходящий процесс, он достаточно легкий. We know climbing up is very difficult, but coming down is very easy. Мы знаем, что взбираться наверх всегда сложнее, чем съезжать вниз. So this is true also in terms of spiritual knowledge and acquiring spiritual knowledge. Этот принцип, он действует в пределах обретения духовного знания. We simply have to hear from the proper authorities and everything can be understood. Для нисходящего процесса необходимо правильно слушать внимательно авторитетный источник. So Sukadeva Goswami, he heard from Srila Vyasadeva, his father, and now he is speaking to Maharaj Parikshit.
Итак, Шукадева Госвами слушал то, что он усвоил от Шрилы Вьясадевы, и затем пересказал это Махараджи Парикшиту. So maybe we can take a question. И, может быть, будет какой-то вопрос. Несколько минут есть. Вайшнавы, кто хочет вопрос, можно успеть. Махашакти, пожалуйста. Маджавраджарани, следующие два вопроса попробуем успеть. Хари Кришна, большое спасибо за прекрасную лекцию. Вот у меня такой вопрос. Вот преданные, вот даже старшие преданные, иногда у них такие болезни серьезные, там деменция, там, ну еще такие, ну вот, которые потеря памяти. То есть, ну, они даже духовные учителя, и потом даже, ну, говорят, все, он не может быть духовным учителем. Все равно вот это как бы, ну, материальное тело, оно, мы видим, очень, ну, если оно нездоровое, то человек уже даже проводником, что ли, не является духовной милости. И вот этот, ну, как бы уровень параматмы, как вот тут сочетать, то есть это, по, ну, как бы благодаря, ну, то есть параматмы, ну, происходит такое, что памяти лишается, или все-таки это нарушение физических функций? Ага, I see. The question from Mahashakti Prabhu. Thank you for your class. So you mentioned in the class that Paramatma, Super Soul, give every living entity their memory and also forgetfulness. For example, sometimes some spiritual teachers lost memories, or maybe they have some mental diseases. So what is this? This is super soul take away their ability of have knowledge and memories, or it's just physical reasons? Yeah, physical. This is a karma. Да, это карма, это физические причины. Physical problems. Это физические проблемы. Also, Guru Maharaj, we have two questions, Madhivrajarani and Yuachishachi. We try okay. to... Quick. Yes. Пожалуйста, два быстрых вопроса, Madhivrajarani и Madhivrajarani. Потом 3 минуты осталось. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите поклон, пожалуйста. У меня такой вопрос не по лекции, а нужно как ваша поддержка и наставление. У нас сейчас организовалась Харинама, вы и знаю. Вот. И у нас Прабу не очень много. Но так как мы стараемся следовать Дайви Варнашрама Дхарме, да, что Матаджи должны быть с Прабу, и вот от гуру какая-то поддержка нужна, что если у нас не будет Прабу на Харинаме, мы их стараемся постоянно, чтобы они были, и он был, как бы у нас Прабу впереди, Матаджи сзади. Традиционная такая Харинама. Но вот Прабу может и не быть. Вот может Гуру Махарадж как-то сказать, вот что делать, если Прабу нет, но Харинама должна продолжаться. Мы ездим по ближайшим городам и стали ходить в парке Владивостока. Вот с печеньками. Харинама, печеньки, а потом расходимся на Санкиртану. Маджи, может это письмом? Нет, я тут хочу тоже получить, потому что тут слушают участники. Тогда, спасибо. Тогда просто это ну, будет чуть-чуть. Долго. Угу. Я попробую перевести. So the question of Madhivrajarani about Harinam, they organized Harinam outside, not in Vladivostok, but in another neighbor towns. So they try to follow Varnashrama. For example, they have one Prabhu, one devotee, man devotee. He usually go first, and they, ladies, Mataji goes after him. So if they have no Prabhu on the Harinam, should they go alone without Prabhu or not? How many ladies? Сколько Матаджи на Харинаме в таком случае без Прабу? У нас, ну, человека 3 точно есть. 3 ladies. Well, you could try. Попробуйте. Я не знаю. Ну, you то есть это нормально, да? Главное, is чтобы it, это нормально. Is it proper? Well, sometimes it happens, yeah.
Да, иногда такое случается. Ну, вот это было важно услышать. Мы как бы не боимся, мы можем пойти, но главное, чтобы было одобрение. Вот, Гуру Махарадж. Спасибо. We need our approval, Guru Maharaj. We not cowards, but we need your approval. Well, you have to be careful. There is some, you know, if there's a lot of, if there's some drunkard around or something, it could give you trouble. Просто старайтесь быть аккуратными, будьте внимательными, осторожными, потому что бывает пьяница подходит. Харе Кришна, поклон, спасибо. Харе Кришна, my obeisances. Маджи, давайте ваш вопрос. Харе Кришна, дорогие преданные, Гуру Махарадж, примите мои поклоны, пожалуйста, все слава Шри Прабхупаде. Вот такой вопрос по теме. На заре творения мы знаем, что Брахма услышал вот эти два слога, тапа, и начал медитировать. То есть и затем он совершал аскезы, и после этого он начал творить. То есть он получил такое вот наставление от Верховного Господа. И у меня вопрос, в чем заключалась его тапасия, то есть в чем заключалась его аскеза? Это просто медитация была? И в таком случае, что было объектом медитации? Он медитировал на Господа или на процесс творения? Я просто вот этого что-то не помню, чтобы вам Бхагаватам это рассматривалось. So, Hare Krishna, dear Guru Maharaj, dear devotees, please accept my humble obeisances on Guru to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, in the very beginning of creation, we know that Lord Brahma received the order of Supreme Lord. He heard two syllables, tapa, and he began to perform a very strong tapasya, austerity. And what kind of tapasya did he do? What was it? Was it meditation only, or some other austerities? And what was the object of his meditation? Was it a Supreme Lord or the creation? So what, I didn't see it in Srimad Bhagavatam. Well, yeah, generally meditation. His tapasya was meditation. He was the only one there. There was nobody else in the universe. He was alone. So he did meditation. And the object of his meditation was the Supreme Lord, the origin of the creation. Его аскезой или тапасией было как раз медитация, он был там один, никого вокруг не было, его аскезой было именно медитировать, медитировал на Верховную Личность Бога, на Источник Творения. Okay, I have to stop, Prabhu. Yes, yes, Guru Maharaj, time is out. Thank you so much for your time. Thank you very much, Guru Dev. Jai Шри Прабху. Thank you. Бхакти Гнаминаш Нарасим Махарадж Ки Джай. Спасибо большое. Харе Кришна. Спасибо большое за перевод, Адвитхарана. Харе Кришна. Спасибо, Маджи Вайшачи, за слова поддержки. Харе Кришна, спасибо, Вайшнава, мои поклоны всем. Харе Кришна. Харе Кришна, спасибо.